Привет, меня зовут Майя. Сегодня мы с тобой сделаем упражнение для растяжки спины. Задействоваться будет в основном поясничный отдел, крестцовый отдел, подключается также грудной отдел и шейный. А в динамике будет работать пресс и передняя поверхность бедра. Для этого упражнения важно крепко держаться руками, тем самым вы себе помогаете оторвать таз от пола. Важно, чтобы коленочки тянулись за голову. Если с первого раза не получится, ничего страшного. Получится с пятого, с десятого занятия.